Дайте, пожалуйста, совет, как обрести могучий, всесокрушающий, нокаутирующий удар. Что эзотерически можно добавить к физическим тренировкам? Я, к сожалению, не владею мощнейшим, могучим и всесокрушающим нокаутирующим ударом. И я даже не могу предположить, что можно делать. Дело в том, что я заточен совершенно на другие моменты в жизни. Я заточен на то, чтобы помогать, созидать, поддерживать, растить. Вырывать, ломать, уничтожать, разрезать и так далее, убивать. Я, к сожалению, на это не ориентирован. У меня этого нет в характере. Именно поэтому, к сожалению, ничего сказать не могу. Есть же целые программы и техники. А там как эзотерически это делать? Я думаю, что здесь, наверное, помогут слова Брюса Ли, который когда-то во время того, когда он давал интервью в Америке в каком-то издании, то он сказал буквально слова. Ему сказали: кого вы больше всего боитесь и не хотите встретить? Он говорит: я не боюсь встретить человека, который отрабатывал 1000 приемов за один раз и за один день. Я боюсь встретить человека, который отрабатывал один удар на протяжении 10 лет. Так вот, наверное, это может быть для вас философией. То есть, если человек отрабатывает один удар и делает это очень долго, там, на макеваре, или там, с открытой рукой, ладонью, или там, он еще что-то делает, как в Японии там, практикует, или он отрабатывает один прием коронный или один удар коронный, то наверняка он сможет достичь в этом огромного успеха.